Сегодня YouTube ответил мне на сообщение жалобы на тех гибонов и удалил видео, которое у меня украли. Дальше, что будет с каналами, я еще пока не знаю, но сейчас покажу, что мне ответил YouTube. Вот ответила команда YouTube. Здравствуйте, ваш пидошный гиббон. Благодарим вас за уведомление. Контент был удален. Вот такие сведения я предоставил. Сведения о себе я читать не буду. И сведения со ссылкой на видео я читать не буду. Потому что там личная информация. Просто показываю, что YouTube удалил видео на данный момент. Что будет дальше, я дальше сообщу.